На показе уникальных роликов, которых мы, живя в Советском Союзе, почти не замечали, побывал наш корреспондент Леонид Преображенский. Как это ни странно, один из главных организаторов фестиваля советской рекламы совсем не русский. Шеннон Колум родился в Торонто, что в Канаде. Правда, он нам признался, сама идея провести такой фестиваль родилась все-таки на территории России. Сам он нашел в рекламе времен СССР много нового и интересного. В советское время, по сути, рекламировали страну, рекламировали образ жизни посредством продуктов. То есть это было построение одного общего глобального бренда. В то время как сегодня реклама продвигает конкретные индивидуальные продукты. Вообще, при ближайшем рассмотрении оказывается, что в Союзе реклама была и в больших количествах. Рекламировали все, от губной помады до родной милиции. Леонид Преображенский, Алексей Фоминцов, РЕН-ТВ, Москва.